Ми заторкнули теми ладу, ну, строй, що є різні. Корпоративна думка така, точка зору, от так прийнято в нашому суспільстві. Коли багато людей, і ти потрапляєш в цю хмару. А я думаю, наскільки це прийнятно, скажімо. Чи не веде Бог окремо кожного з нас, і з кожним окремо має мати стосунки. Тобто людина не може покладатися на те, що прийнято. Безусловно. Написано, не слідуй за більшинством на зло. Вот так написано в Писании. То есть из этого мы слышим, что большинство – это зло. Ну, если быть честными и смотреть искренне в Писание. Или, допустим, таким образом. Широки врата, ведущие в погибель, и узок путь, ведущий в жизнь вечную. И немногие находят его. То есть получается, что многие – это те, которые идут ложным путем. И поэтому не следуй за большинством на зло очень четко определяет, что большинство – это всегда зло. И корпоративная думка, как ты говоришь, это, ну, всегда опасная вещь. Почему? Потому что мы, ну, спасемся или придем, предстанем перед Господом, каждый сам за себя даст ответ перед Господом. И каждый сам за себя будет смотреть, встанет перед Иисусом. И, вы знаете, вот выстраивают такие картины, что вот, если сейчас придет Господь, и мы все вместе, вот, церковью будем вознесены, и слава Господу. Вы знаете, между вознесением церкви и вашей личной индивидуальной смертью, если, ну, допустим, Господь не придет сейчас, а вы умрете сегодня, то разницы никакой нету. Если придет Господь сейчас, и все равно каждый сам за себя даст ответ перед Господом. Или вы умрете в одиночестве, все равно вы каждый сам за себя даст ответ перед Господом. И вы лично будете отвечать перед Иисусом. И совершенно нельзя тут будет защищаться, что я был вместе со всеми, или я думал, как все, или я поступал, как все, или меня так учили, или мне так говорили, или еще что-то. Нет, есть Дух Божий, и есть Слово Божье. И если мы вспомним 1 Иоанна 2:27, и помазание, которое вы получили от него, и вот оно, только оно истинно и не ложно, и вам не нужно будет учителей, и только вот в нем вы и пребываете, и тогда вы будете иметь дерзновение, чтобы не постыдиться перед Господом в пришествии Его. То есть у вас должно быть свое личное взаимоотношение с Богом и отношение к Слову Божьему, а не своя думка по поводу того, как поступают все и как мне поступать.